Она держит. Ни хуй пойму, блядь. А что там за вода херачит оттуда? С окна! Позвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, отдохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому підпалювати. Не останавливайся. Кальок, блядь, поїхали швидше вже. Латунь 220. Ну давай, блядь, ты ехать не хочешь, нихуя, блядь, давай, Шермет, туда, сюда, да, блядь, шашки, всё, блядь, мы в дамку. Нет, нихуя. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Всем привет, сегодня у нас будет ремонт задвижки. Вон она там находится. Эта задвижка перекрывает воду из резервуара сюда в насосную. Вот вторая. Сначала мы освободили этот резервуар, перекачали воду в другой. При помощи вон того насоса. Это насос для перемешивания воды в резервуарах. Всю лишнюю воду вылили на улицу. Пошла! Каша! Но не наша. Надо рукав поменять. Толян, ты говоришь, не течет стык? Нет, я не течу. Так не спрашивайте, кто это варил. Тут, значит, они подозревают, что она не держит. И вот, чтобы убедиться, хотят, чтобы мы ее разобрали. Расскажи, что ты. Ты хочешь задвижку разбирать? Очень. Вопросов больше не имею. Так, я обещал, что мы не будем громко материться. Мы не материмся, да? Мы еще такую задвижку сами ни разу не разбирали, даже не знаем, что тут. Прокладка межфланцевая такая или что тут, непонятно. Ну, в общем, сейчас разберем, будем смотреть. Чтобы поднять эту бошку, нам вот предоставили местные вот этот вот, вот такой вот приспособок. Вот это кран! Первый раз такой вижу, тут экран! Ох, ну экран! Класс, экран у вас! Тоже сетку хочу! Разберем голову и снимем ее. Снизу не лезет никакая. А та трубка, которая... Ладно, сейчас мы будем немножко иметь гембель. Стилсон Сила. Но не в этой ситуации, да, Анатолий Ильич? Не, один болт он выкрутил им. Короче, нет у нас ключей таких, там снизу гайка. Обычная, но ключ обычный рожковый не подходит, не подсунешь. Головка тоже не подлазит. Сейчас ждем, может местные принесут нам накидной. Хотя, я думаю, надо делать нарядно огневые и резать их нахрен болгаркой. Конечно, поломаешь. Мы знаем, ты крепкий дядя. Не лезет наша головка туда, в тело задвижки мешает. Может быть, чуть-чуть упал уровень. Ну, ты помнишь, да, где? На одну ступеньку ниже, вот у нас метка, вот она, изолента, была на одну ступеньку ниже. Сейчас, мне кажется, еще одну сантиметров на 5, наверное, упал. Ниже той ступеньки, так? Ну да. Вот давай через полчаса посмотрим. Воду ждали, ключ. Приходим. А дед тут пооткручивал почти все болты. Да не все, блин. Вот что значит старый слесарь, блядь. 40 лет стажа. Короче, я должен сорвать, да? Да. А может я ногой где прижму? Да. Сейчас, подожди. О, давай. А? А? Трамп не хочет на пенсию, ты понял? Не хочет, сука, ты
был бы меньше ключ, он просто, понимаешь... Был бы маленький ударный, вот отсюда, ударным ключом, щелк. Тут главное сорвать ее, а дальше она... Подожди. Болты не ржавые. Не, давай, закручивается. Купили нам этот ключ, типа, а вороток найдете? Да. Я говорю, как ты, ну проволоку вот, какую-то засунешь. Что там, два болта осталось? Да, два. Да. Ну, там молодец, я слышу, что-то гремит он там. Да, я тоже слышу, стучит, думаю, ладно, пусть постучит. Я их просто прошу. Старый конь борозды не испортит. Так, где голова? Да, дядя Толя. Тебя в руке. Да. Ты здесь, видишь, место здесь, нихуя. Здесь-то болты болта. О, а мы в стенку не пьем. Все, да? Попробуй, вот. Не матерись, блядь, за матюк горячего получишь. А, эти а тебе простительно. 6 болтов выкрутил, можешь матюкнуться. Не-не, ниже возьми, за ребра. А ему там неудобно, у него размаху не будет. Пусть сверху берется. Ладно, он тут сам справился, мы тут ему советуем. Не, понятно, что неудобно, но он срывает. А ну, может, я отсюда буду? Да, да, да. Тихо. О! Нормально. А? Ты главный, что сделай, нормально. Ты уже сорвали. О, еще чуть-чуть. Так, ну вы если что, лайк для деда не забудьте поставить. Тебя хвалят, тебя публика любит. Меня? А где еще на 22 ключ? Чтобы его не заламывало. Ну да, я вот придерживай вот это. Или... Ну ладно. Пошел. А, уже пошла. Еще вот все, Толик, я думаю, можно убирать. Самое главное, сорвали. Да не, она с прыгнула. Нормально, нормально. Все. Еще разок. Еще разок. Так, лайк. Лайк для дедушки не забудьте поставить. Блять, как зайдет этот будет, и лайк нам. Хочу. Балалайк. А. Все, Андрюх, выкручивай. Нечем ёбнуть, да? О, все. Не надо тут ничего. Сейчас почистим, будем собирать на место. Ты такой не бритый, не беззубый, страшный дед. Просто страх. Самый умный. Конфетки он ест, видите какие? Самый умный. Находят же такие, я, блядь, в жизни не видел такие конфеты. Где он их берет каждый раз? То какие ты привозил? Какие-то любимка? Ну нету. Я в шоколаде. В пятерке, в Дикси, где? Я в шоколаде. А, ты в шоколаде. А потом это, вечеринка тоже приносил. Нет, не знаю, я в обычных магазинах таких конфет я не видел. Я не знаю, где он шастает и находит вот такие вот конфеты. Самый умный. 52 рубля 100 грамм. Они испортили эти конфеты уже. Бультик держится. А как держится? Вот так он держится. Угу. Такие губки у нее еще тут есть внизу. Для трубы, для кругляка. Дали керхера, он сыт отовсюду. Ну, уже чище. Ну, не то, что чище, блядь. Да-да, я намочу. Сейчас надо будет развернуть, но еще вот тут почистить, а я внутри. Заебись, Корхик, только, блядь. Да заебись, он все давление там теряет, понимаешь? Она при заводе как собрался, никто ее не сливал. Сейчас посмотрим, тут почистить чуть-чуть. Ну так, нормальненько. Сейчас соберем ее.
контакт. Или как говорят эти летчики? Касание. Все. Батарея садится, блядь. Надо выключаться. Подъем не показывал, тут много было этих, ну, белых касок. Тут целый консилиум был, понимаете? Понятно. Да, Толян? Ну, и я не могу понять, но все, собираем. Так переток делаем, знаешь. Так, значит, собрали мы задвижку. Вот сейчас мы ее закрыли. Андрюха пошел туда в бак, в резервуар, вернее, смотреть, будет держать или не будет. Ну, в общем, посмотрим. Потом мы еще одну манипуляцию сделаем. Проверим ту дальнюю задвижку. Открывай полностью. Чё. Задвижки классные, прям я балдю. Я балдю, бам-бам. Смотри, одной рукой, трехсотка, задвижка. Немецкие крутил, когда более работал, там две вот такие косые, там где проходил, она ждет, все, я пошел. Давай обгоняй его, это что за, блядь? Давайте думать, блядь, подсказывайте, что вы мозги ебете, подскажите, как, блядь, сделать это по красоте-то, еб твою мать. Люблю перфоратором сверлить. Руки не выкручивай. Попал? Сейчас. Попал. Блять, ну тут что ты делаешь? Нет. Ну что ты делаешь? Все, снизу подкрути. О, даже ключик на 19 у нас появился. А головка у тебя есть? Вот головка у тебя вот есть. Может, я тебе лучше дам головку? Давай, не помню. Что-то там один, там что же, а насос тут где? Ну давай, давай. Да я пока буду размахивать. Хорошо, хорошо. Ну, нормально, я думаю, не перевернется. Неплохо. Прям ништяк. Охуенно. Если что, пусть звонит, приходит, это смотрит. Это чистее для щечки, чем мы вчера мыли. Смотри, это вообще нет. Да и здесь чистенько все. Ладно, ждем экспертизу, мать их. Я пошел курить. Есть чуть-чуть. Ну, это отложение. Это ерунда.
умеют американцы делать. Все, четко. Да, все Кеннеди, задвижка Кеннеди какая-то, КСФ, ну американская, тут все, насосы, дизель Армстронг, клапана тоже, вот таким должен быть обратный клапан, на таких диаметрах, не надо расфланцовывать, чтобы почистить, вскрыл лючок, почистил и все, это в принципе как на водосигнальном, только без лишних, это электрический насос тоже Армстронг. Все оборудование, короче, американское. Все надежно. Что, пока все, да? Сейчас пойдем еще там. Бассейн этот надо мыть. Запрягли нас, блин. Да. На трассу? Может сразу достать тот насос? Достань, он далеко. За ним все равно надо спускаться и идти за ним. Потом мы его достанем. Он еще что-то качает. Качает, там приемок 6 кубов. Блядь, там приемок выкачивается минут 20, наверное. Так, этот главное насос отключить, блядь. Включили от все. Электричества. Да, насос у нас выключен. Угу. Все. Погодка супер. Как раз с водой возиться на улице. Водяная. Да. Это лучшая работа в мире. Просто сказка, бля. Нет, работа мечта, бля. Да все, наверное, работа, Андрю, бля, хватит там. Хватит. Так, ладно, помчал я вниз. Давай. Вперед за мечтой. Осторожно, бля, катапультирую. Сейчас будет мыть. Так, ты главное, будь бдителем там. Ты сегодня еще не лазил туда, да? Лазил, насос отставлял. Ну, с воздухом там все нормально. Нормально. Тут душновато чуток, а так заебись. Так, рукав у нас здесь, просто стволом вниз опускаем его и все. Ну, я опущу, да. Ты когда уже опустишься, я опущу. Я крикну, просто там... Я, короче, буду подходить и кричать. Там эхо, там нихуя я не понимаю, что ты говоришь. Слышишь? О! Да. Эхо! Так, опускаю ствол. Опускаю. Все. Хорошо, жди. Толян, да. Врубай. А как он соединил, что там в нем? Ну, он соединил, все проверил, сейчас посмотрим. Я что-то вот тут... Давай, иди включай, блядь. Его смущает один рукав завернутый. Вон край. Это просто заглушек нет и заглушили. Какой-то полурак, полуху. Все, пошла. Пошла!
Толян, вырубай. Пока, да, не знаю. Ну что, все? А там и смысла большого нет. Работа мечта. Это лучшая работа в мире. Слава секте. Окунись в мир пожаротушения. Это лучшая работа в мире. Слава секте. Слава секте! Собрали. Сейчас открою эту байпасную задвижку. И подадим воду во второй бассейн с этого. Потом они уже устаканятся. Нам проверить, чтобы там по этому разъему не потекло. И заполнят резервуары до полна. Все. Так, тут у нас тоже закрыто все. Закрыто. У нас ось подшипники засвистели. Но это уже другая история. Ну, нормально вроде все. Эту мы вчера разобрали. Все отлично. Работает. Ну, на этом пока все. Спасибо за внимание. Всем здоровья, всем добра. Пока.